Чтобы собрать хороший урожай моркови, много подкормок и сложного ухода она не требует. Всего 2-3 подкормки за сезон будет вполне достаточно. Но главное понимать, какие удобрения нужно вносить и какое время для этого выбрать. Я в этом видео расскажу, почему в конце июля я делаю последнюю подкормку для моркови и что именно вношу под этот корнеплод. Сразу скажу, что органику с начала июля я перестаю вносить, так как морковь при наличии азотных удобрений начинает активно наращивать зеленую массу, а сам корнеплод не сможет вырасти до желанных мною размеров. Да и содержание нитратов от таких удобрений в моркови повышается. Растение после прекращения роста листьев и в начале формирования корнеплода начинает активно потреблять кальций, калий, магний и фосфор из почвы, поэтому подкормки нужно делать с учетом этих особенностей. Помните, что подкармливать морковь необходимо за 1 месяц до сбора урожая, но не позже. Это будут последние подкормки, поэтому в конце июля, начале августа я подхожу к этому растению с удобрениями в последний раз. Для финальной июльской подкормки я использую растворы с хлористым калием, сульфатом калия и калийной селитрой. А еще через 2 недели в последний раз поливаю по моркови раствором из древесной золы. Развожу литр этого вещества на ведро воды, немного настаиваю и вношу обильно по моркови. Можно сделать опудривание сухой золой вместо приготовления раствора. Просто рассыпаем стакан золы на каждый метр посадок, рыхлим почву и обильно поливаем. Корнеплоды от калия будут развиваться очень интенсивно, и вы сможете вырастить отличный урожай.